Всем привет, ребята! С вами я, Коля Продакшн. Это второе видео в PUBG. Вот. Будем сегодня играть на самке. Чисто одни. Вы вот скажите, вы хотите стрим по PUBG? Или не хотите? Пишите только вот правду. Ну, хотите стрим или нет? Я могу сделать стрим, но небольшой, там где-нибудь часик, ну, в зависимости, когда. Ну, или полчасика, ну, там, одну-две каточки сыграть. Ну, не знаю, вот вы хотите стрим. Аудитория просто небольшая, так-то можно было бы сделать стрим с пиаром. Было бы неплохо. Только мне нужно время, чтобы подготовиться. Ну, вы пока что решайте. Так. Всё. Так. Мы играем на самом деле, я вам уже сказал. Простите, если у вас, если на видео у вас будет лагать просто. Телефон такой. Прыгать мы будем с вами. Я, кстати, приболел немного. Извините, конечно. Но видео для вас сразу записано. Прыгать с вами будем давайте вот. Куда-нибудь поближе. Вот. Так, ну ладно, погнали. Опа-на. Так. Я, кажется, что машину нашел, да? Ага, я машину нашел. Это вот прикольно первого лица играть такой прикольный. Эпично, что ли? Так. О, Вин 94. Вин 94, да? Да, Вин 94. Вин 94 вообще прям крутая винтовка. Ничего не так. Вот, следующая. Пушка у нас уже есть, потом бояться нечего. Так, Томпсон. И в целом никого вроде нет. Надеюсь, никого нету. Отлично. У меня хлебоза есть. А типа хлебоза не что-то возьмем. Так. Мы выбираем только одну карточку. Что значит топ-1? У меня уже скилл пропал, куда-то. Да. Так. Второй шлем. Вектор нам не нужен. Вектор есть. Вектор 5. Не, в общем, уровень не так называется. Так, давайте проходим. Потом он пригодится вообще очень.
Так, там взят отображается, сколько мы в него садились. Уж ты можешь карт взять. Давайте коряться. Такая хорошая винтовка. Так, давайте открываем. Знаешь. Так, надеюсь, наша цель. Ну, у нас уже есть еще второго, это неплохо для начала этой игры. Потому что мы все более-менее относительно оплутаем. О, народ, уже 78 человек. Я думаю, кто-нибудь еще есть. Бутылочка. Еще коктейль. Так, погнали наверх. О, ВСС. Ну, не, не хочу ВСС брать. Ну, она, конечно, не самая хорошая. Ну, такая села. Когда уже... Голографический не был. Ну, голографический. Тоже, ну, такое среднее. Записываем. Так, погнали. Ой, люди, тихо. Так, окей, поехали. Так, 285, либо 290, 290 сейчас. А, люди, тихо. Легче. Так, мы едем там на руин. Не страшно, я учился в лучшей автошколе. А, блин, я это выбросил. Сигута я выбросил. Не уровень. А, это одна из башни. Мы поехали тогда дальше. Пешочком долго идти. Поехали. Там пришел неплохой лут. Можно еще две цели преодолели. Это хорошо. Так, давайте лучше энергетику возьмем, что когда он нужен, его не, когда он не, не, когда он не нужен, тогда, ну, как бы он, типа, тоже, ну, вы, короче, поняли. Когда он нужен, его нету, а когда он не нужен, его очень много. О, пистолет, его не было, конечно, дать, патроны на этом, на корягу. Надеюсь, что если я выиграю, тогда у меня тут уже 30-й левел, то я уже
Диего, это на 25-м левеле. Так не могу переводить. Мне, кстати, аккаунт отставился, еще не знаю. О, 4. Так, давайте. Так. Ну, ничего такого нет. Слушайте, он 24. Где 24? Да, 24. Нет, так не могу попробовать. О, народ уже разошелся. Какой-то быстрый фарш. О, пацаны! Что в натуре? Охренеть. Ой, извините. Ой, что я сказал? Ой-ой-ой, плохой. Ну реально, смотрите. Возьми. Сейчас, пацаны, подождите, сейчас скрин сделаю. Ай, блин. Все. Так. Все, пацаны. Сейчас будет жестко. Тише. Так, школа гоню. Сейчас все приедут. Капец. Это было эпично. С чего меня убил-то? А, у него ВМ, блин, а, вообще обидно. Ладно, люди. Ладно, народ, печально, конечно, все. Ну, давайте. Всем пока. Всем удачи и всем пока.